Стальной хват России, привет. Большой привет Игорю Шарманову с Ульяновска. Вот такой есть хороший покупатель. Все правильно берет, потому что металл вот нарезан, нержавейка десятки. А сегодня она есть, завтра ее не будет, может ее не будет вообще. Вот он берет запас. И в общем-то по его просьбе, и так как покупатель, в общем-то, правильный, умный, не касается это количество купленного, касается правильности купленного. Вот на 270, Игорь, как и обещал, 270, середина на 135. Это десятка, 10 миллиметров нержавейка. Я чуть-чуть тогда после калибровки покажу диаметр. Сейчас я калибрую ее на 270. Посмотрим, что там у нее. Какое усилие в 270 миллиметрах. Итак, вешаем, натягиваем. Сейчас проведем калибровку, посмотрим, о чем, Игорь, вчера там думали. Совпадает, не совпадает эта процентовка. Выставляем центр стержня, включаем, делаем натяжку. Поехали. Значит, 130 килограмм, 160, 180, 190. Но здесь уже, конечно, длина 270, и все полегче. Двести двадцать шесть, двести тридцать. Ну вот, в общем-то, практически достигли. 224, металл усаживается. 240 килограмм. 240 килограмм, 230 усадилось на 230. Еще чуть-чуть подтянул, и, в общем-то, можно будет отпускать. 245, ну вот опять же усаживается. Вот так, наверное, и оставим. 270 миллиметров, 235 килограмм, десяточка. 10 диаметром, нержавейка, марка неизвестна. Теперь смотрим отдачу. Отдача, естественно, на нержавейке плюс на такой длине, ну, достаточно сильная. Естественно, 235 килограмм. Снимаем, смотрим, что у нас получится на транспортере. Ну, в общем-то, ногами, естественно, это проходимое, руками 200 по такой длине, наверное, вряд ли. Ну, в общем-то, земляк, может быть, попытается когда-нибудь выйти на такую силу. Вот оно. В общем-то, уже калибруешь очень часто. Вот отметка середины. Вот ровно 30 градусов. Сейчас попробую я. Видите, 0,9,9. Игорь, 235-240 килограмм на 270 миллиметрах у этой нержавейки. Вот как-то так. Все, всем здоровья, удачи. Давай, Игорь, выздоравливай. Пока.